Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Здравствуйте. Девчонки, здравствуйте. Сегодня будем делать такую куклу, которая называется украинская традиционная кукла-мутанка. Она отличается тем, что у нее в голове такая скруточка. Вот в других куклах, допустим, в других славянских, туда можно положить синтепон. И украинская кукла отличается еще тем, что всегда на лице крест. Вот мы сегодня будем не такой сложный крест делать, но более простой, я научу. Вот такая украинская лялька-мутанка является оберегом. Его можно, ну, как бы, оберегом от всего, от всех бед и несчастья. Девочки, я вспомнила, по Варваре мутанка у нас 4 детей уже родилось. И целая корзина готова. Это мне очень нравится, я прям в нее влюблена. Успешница, наверное, нет? А, да, нет. Это берегиня дома, у нее в мешочках находится монета. Это символ богатства семьи, чтобы дом был полной чашей. Потом там находится еще трава, символ здоровья. А еще там зерно, чтобы дети были и вся семья была сыта. Мы еще так любим вот эту куклу. Мужчины очень любят. Спиридон. Держит он в руках. Да, он держит в руках круг, который олицетворяет солнце. А солнце – это жизнь, и как бы свою судьбу держит в руках. Даже были случаи, когда приходила девушка и говорит: «Ой, я хочу спиридона купить, потому что я подарила мужу, у него там работа наладилась». Она рассказала подругам, и кто-то приходил, покупал такие обереги. Ну, в каждую куклу нужно вложить свою любовь и свою веру. Только тогда она будет работать. Знаешь, есть такое прислевие? Лялька и дитину, и хату бережет. Да, наши предки об этом знали, они занимались духовными практиками, очень ценили это, почитали. И очень хочется, чтобы эти традиции как-то восстановить и в нашем регионе. Вы знаете, я на День независимости в этом году попала на эту площадь. Это был островок мира. Все люди были настолько красивые, они улыбались, кто в вышиванках, у кого были просто футболочки. Но это были все патриоты. Обстановка, конечно, не видела, просто потрясающая. Мне очень понравилось. Я стояла на прилавочке, продавала своих кукол. Да. Да. Это же еще и мастер-класс военный, да? Да, однажды меня пригласили. Это что? В прошлом году. Это куда-то... А, вот сюда, да? Да, да. Ага, я поняла. В прошлом году был фестиваль «Мистецтво заради миру». Все мастер-классы были приглашены, мастерицы это всего города. Меня пригласили, как куклу-мутанку мы делали. И все мастер-классы были бесплатны. Было очень много военных. Такая была расстановка. Они ходили, подсаживались к столам. Я им тоже много передавала берегов, подходила к каждому, благодарила, кланялась. Ко мне со Львова подошел один капеллан, вот такой крест, поинтересовался моими куколками. Ну и все люди, которые живут на Западе, они знают, что это такое, для чего это. Он купил какую-то куколь для своей семьи, я ему тоже подарила оберег. И все это делалось как бы со слезами на глазах, каждому кланялась. Около 30 человек я так вот обошла. Дело в том, что мужчины же не делают куклы. Для этого нужна женская энергия. Издавна только женщины занимались домом, да и сейчас женщина берегиня семьи. Поэтому я их не могла пригласить за свой стол, но они так смотрели с любовью. Было очень много фотографий, было военных фотографий, было очень много фотографий ребят, которые погибли за наш Мариуполь. Вот теперь там по центру стоят сетилайты называются, да, это фотографии 20-летних мальчиков, которые погибли за три Мариуполь. Видели, что делают? Да, да, конечно, сердце кровью обливается. Так, мы вначале здесь ручки. Теперь выполняем. Вертикальная линия – это как бы духовное развитие. Горизонтальная – это приземление. Либо это мужское начало, это женское. Я когда с ней познакомилась, еще не видела ее. Олеся дала мне ее телефон, звоню. Говорю: «Вадь, не хочешь поучаствовать в проект Украинской миротворческой школы? Надо мастер-класс для детей в лицее провести в гуманитарном институте для девчонок». Она: «Да, конечно». И тут же она мне говорит, не спрашивает, когда, что, почему. А говорит: «А ты мне ветошь не можешь?» Я говорю: «Варя, а зачем тебе ветошь?» До конца. Она
Ты знаешь, я что-то сетки для военных плету, и все, если все собираю, все, которые у тебя есть, лоскуты, ткань, уже. Руки принеси потом. Мне, пожалуйста. Руки потом. Он меня уже ждал. У меня тоже. Ой, а я вже вспомнила, чому ми називаємося «Перемога». Коли ми плели сітки і була бомбіжка, ми постаряли, як заклинання, одне слово. Побіда, 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 побіда. Ну що ж ви все обо мені, да обо мені. Я одна із немногих, які займаються цим ділом. Наприклад, Наталя, яка мене сюди привела, навчила плести сітки. О, ребята, приехали. Доброго дня. Кстати, очень долго вас ждали. А мы вам подарили. Надеюсь, что у вас получится сегодня. Девчонки. Не промокли. Утеплі носочки, бо зима в нас ще не скінчилась. Ще морози можуть бути. Ні, такі, ну, в зависимості, хто какой размер бере, во-первых. По дужам ладим, вроде бы, ну, сухі. Лапара, погоди, погоди. Ой, ой. Письма ой, еще забыли. Лёд, помочь тебе что-нибудь? Да нет, две хозяйки, ты сама знаешь, только мешает. А Дима когда приедет? Дима, да уже скоро должен подъехать. И поедем, как обычно, к морпехам. Да, да. О, слушай, это та скалка, с которой на антимайдан против да, текущих ходили. Да, меня нет, одна единственная. Да, ага. Хлопчики, привезла вам домашніх млинців. Пробачте, сало цього разу не привезла. Дякуємо, Людмила Олексіївна. Без сала обійдемося. Самі купимо, якщо треба буде. А от домашні тільки ви нам даєте. Дякуємо вам. Ой, дякуємо. Головне, що ви там дітками опікуєтесь. І дуже дякуємо, що ви їх там виховуєте і нас не забуваєте. Ну і вам спасибі, що тут так стоїте і нас захищаєте. Коли в нашій країні почались дуже лихі часи. Мало хто знав з них, як заспівати головну пісню країни. А зараз, будь ласка, послухайте. 3, 4. Ще не вмерла України ні слава, ні відповідаємо. Ну, я эту танцплощадку помню, как выросла здесь. Я была ребенком, ну, там взрослые танцевали, а мы ходили смотреть только. Для меня переломный момент наступил в 2013 году, в ноябре, начало декабря приблизительно, когда я о своей позиции заявила в социальных сетях, о своей позиции поддержки к Евромайдану. И меня очень удивила, расстроила позиция моих друзей. Они были не просто друзья фейсбучные, они были или в одноклассниках, они были друзья мои по жизни. И поддержка предыдущего президента, с такой страстью они ее высказывали. Я поняла, что мне с этими людьми, во-первых, не по пути, а во-вторых, я должна что-то сама сделать,
ну, то есть приложить какие-то усилия, чтобы сохранить Украину. То греки Приазовья – это выходцы из Крыма. Приблизительно 230 лет назад, по указу Екатерины II, они вышли из Крыма, греки и другие христиане, и были переселены в Приазовские степи. Мы очень тяжело все переживали события 2014 года. Естественно, что там ездили на Майдан, участвовали в этих событиях, ходили на Майдан в Мариуполе, и было очень грустно, что на этих митингах, на которые мы собирались каждую субботу, я не видела знакомых лиц. Я просто приходила вот поддержать тех людей, которые тоже занимали проукраинскую позицию. И так продолжалось очень долго. Мне даже на какой-то момент пришлось покинуть Мариуполь, потому что в мой адрес посыпались угрозы моей жизни. Вот. И ну, было сложно. Я не могла обратиться в милицию, потому что вряд ли я могла бы получить там помощь и защиту. И когда в 2014 году в июле я вернулась в Мариуполь, я стала ходить в разные волонтерские организации, помогать, предлагать помощь какую-то более практическую. Скажем так, вот у меня мама родом из Сартаны, и их в семье было 5 детей. Только моя мама вышла замуж за грека. Остальные привезли жены мужей либо с других городов. Летом 2015 года ко мне обратился Игорь Семиволос с просьбой организовать встречи с мариупольскими активистами и фокус-группу для исследования, которые они проводили в Приазовье. И вот с тех пор, это был июнь 2015 года, с тех пор началось мое сотрудничество с Украинской миротворческой школой. Иха, трия, курчича, янгор, гуджни, та, плеча, терена, легни, ліксандра, зайнгурга, стунандра, та, лулегни, вера, стунуцних, та, мера, та, лулегни, Марія, ефайнтуком кардія. Хаджит Эдуард Валентинович родился в 27-м году, в 37-м году в Ялте. Это папа Афины Хаджиновой. Я не знаю, конечно, почему выбор пал именно на меня, но хочу сказать, что женщин-миротворец в Мариуполе очень много. И то, что делаю я могу сказать, что это делает целая команда. То есть любого лидера, любого организатора делают люди, которые вокруг него находятся. И я могу рассказать много историй о тех девушках, о тех женщинах, которые в Мариуполе прикладывают такие большие усилия, чтобы помочь нашим защитникам, чтобы позаботиться о детях, которые остались без родителей или потеряли свои дома. Позаботиться о переселенцах. И что особливого такого я роблю? Чуешь, она каже, что особливого такого я роблю? Знаешь, они все так кажут, а что бы мы робили без их жінок? Да ладно тебе, твой сын все блокпосты Мариуполя объездил. А ты у нас украинка? Мама россиянка, тата украинец. А я тоже наполовину гречанка. А Афина у нас чистая гречанка. Молодая гречанка. Молодая гречанка. Молодая гречанка.